7 по 17 августа текущего года госавтоинспекцией организовано и проведено профилактическое мероприятие под условным наименованием «Гостехосмотр». В ходе ежедневных рейдовых мероприятий совместно с работниками унитарного предприятия «Белтехосмотр» выявлено свыше 14 тысяч фактов эксплуатации транспортных средств без разрешения на допуск участия в дорожном движении. В том числе 4300 фактов эксплуатации транспортных средств повторно в течение года после наложения административного взыскания. Что касается транспорта, принадлежащего юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, то выявлен 441 такой факт, в том числе 157 повторно в течение года. За допуск к участию в дорожном движении привлечено 282 должностных лица, которые допустили транспорт без соответствующего разрешения. В результате анализа этой информации выявили организации, которые систематически допускают транспорт либо неисправный, либо с отсутствующими разрешениями, и выдали 122 предписания на устранение причин условий административных правонарушений. За невыполнение ранее выданных предписаний по этой линии привлечено 80 должностных лиц, которые не исполнили эти предписания. Главный итог и главная цель вот этих мероприятий – это повышение безопасности дорожного движения. По данным УП «Белтехосмотр», в период проведения этих мероприятий количество транспорта, которое прибыло для инструментального контроля на станции диагностики, увеличилось на 50%. А это означает, что риски и угрозы безопасности дорожного движения, они снизились,